И начинаем с новости последних минут. Да, действительно, новость последних минут. Трех человек забрали медики с места аварии на Симферопольском шоссе. Сейчас с вами увидим кадры. Там легковой автомобиль смяло после столкновения с грузовиком. Вот как эта машина выглядит сейчас. Судя, по крайней мере, по этим кадрам, машина превратилась действительно в груду металла. Все произошло недалеко от поселка Любучаны. Это туда, на, так скажем, юг Подмосковья, даже за Подольск. На месте ДТП образовалась серьезная внушительная пробка. Учтите это, если вы сейчас едете в сторону Москвы или выбираетесь из Москвы, и вам нужно проехать этот поселок. Еще раз скажем, что
Это у нас получается автодорога Крым, если мы ее федеральную трассу смотрим. И если мы смотрим на нашей, так скажем, российской раскладке, на московской, то это Симферопольское шоссе. Поэтому выбирайте пути объезда, если есть возможность объехать. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии прямо сейчас устанавливают. И еще раз смотрим на эти ужасные кадры. Действительно, та легковушка, которую мы с вами увидели первой, вот она стоит. У нее тут смят только багажник, так скажем, задняя часть автомобиля. Но, конечно, основной удар пришелся вот на машину, который мы с вами увидим сейчас. Вот во что превратился другой автомобиль. Действительно, здесь уже практически ничего от него не осталось. Так горит грузовичок. Давай, 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 давай
Дан-дан-дан-дан-дан. Плывем. Бордюр уходит. Вон машина едет на пол колеса. Море в эпоху коронавируса только такое теперь. Что ты бибикаешь? Он не может ехать. Она ему би-би-би-би. Машина. Дали меня сказать да. У вас такой тарифный план, если вы даже будете при нуле, это самое, мы вам все равно оставим вас на этом плане. Пизда мне, короче. Вот такая хуйня, блядь. Пипец, осторожно, не выходите пока. Нуждали меня сказать да. У вас такой тарифный план, если вы даже будете при нуле, это самое, мы вам все равно оставим вас на этом плане. Пизда мне, короче. Вот такая хуйня, блядь. Пипец, осторожно, не выходите пока. Кто-то, блядь, опять горит нахуй. Ух, нихуя, BMW, пизда ей сейчас будет, ёбаный в рот.
Слушай, тут ехать это 3 минуты, уже полчаса горит, и их нету. Народ выходит, смотрит как раз. Нихуя его тут раскрутил, понимаешь? Свежак. Прям свежак при нас, блядь. Нормально. Колесо что-то вырвало, нахуй. Два колеса вырвало. Охуеть, это колесо. А? Вместе с задним он вообще с этим. Ебан. Догонял, чувак, на крыльяке. Раздал. Все, ух, еба, да там пизда, все.